Не пешком же на восьмой подниматься. Закрыто. Да, уже все хламом забили. Ну, Петрович. Уже сюда заначку прячут. Клавдия Марковна. Клавдия Марковна, это Анатолий. Я по поводу ключей. Вам доброго вечера. Наконец-то я дома. Пожалуй, уберу в сервант. Надеюсь, тут мои труды никому не помешают. Да, ну и вонь.
Какой черт такой лейкой цветы поливать? Сюда бы раствор какой-нибудь, спиртовой. За коньяк меня из дома выгонят. Надеюсь, жена не заметит. Так, вроде нормально. Пора спать идти. Надо хоть застелить. Одежду бы надо снять.
Нас волнует также, поскольку есть информация и из республики. Там товарищи тоже восприняли это и восторженно, и, значит, естественно, все это на определенных эмоциях. Нам сообщают, что есть некоторые крайние, так сказать, высказывания. Там, мы считаем так, единого мнения, что это, может быть, в данной ситуации даже как бы помешало бы этим процессам, поэтому как раз этот процесс, мы этот вопрос мы обсуждаем. Чаушеску пугал своего народа перестройкой. И вот перестройка коснулась и до Румынии, и Румынии. И поэтому это нас и тревожит, то, что происходит в Румынии, но в то же время это и радует. Вот на съезде, который только недавно, как известно, закончился, он даже позволил себе некоторые критические замечания в адрес нашей страны, где в самом деле, вот как коллега Добижа говорит, идут слишком, по его мнению, шли слишком уступки, да, и далеко зашел этот процесс демократизации. И я присоединяюсь к моим коллегам, рад прежде всего за братский румынский народ, который наконец освободился от этого последнего этапа. Включаться в борьбу всему обществу. Вот, так-то лучше. Раз в месяц его поливать. В эфире радиожурнал «Служу Советскому Союзу». Я молодого воина. Надо грязную посуду собрать. Ну, конечно. До кухни-то два шага сложно сделать. Где эта сода была? Вроде бутылка закрыта. Грядку бы. Новой пятилетки рассказывает вице-президента
Это на балкон? Вроде дождя не намечается. Я так рано никого не жду. Это еще что такое? Надо от Толи спрятать. Возле плиты в нижний ящик можно. Туда он точно не сунется. Тайного почитателя мне еще не хватало. Вот бы тоже сейчас улететь на море. Не только люди любят солнце. Давно пылится. Может, подключить его? Ладно, за работу.
Это же... Кажется, я испортил себе сюрприз. Колонку бы притащить с кладовки.